Всем привет. Ребята, у меня ко всем вопрос. Кто-нибудь был в утрёстном волоске от смерти? Тогда вы меня отлично поймёте. В детстве со мной произошла такая очень неприятная история, которую я не люблю вспоминать. Мы с другом гуляли, кстати, недалеко отсюда, это была Пушкинская улица, 101 двор. В то время забор там был немножко другой. А штыри были более острые, но при этом были определенные участки в заборе, на которые можно было опираться, и мы, как пацаны, 8-летние, любили через них перерезать. Дело было зимой. Во дворе там было много сугробов, мы любили там в них там падать, что-то кидаться снежками и так далее. И мы что-то захотели на перегонки перепрыгнуть через эти заборы. Через забор, короче, с улицы во двор. По команде на счет 3 побежали. И, в этот момент, самое главное, что забрался там на забор вроде неплохо, чисто с кошачьей ловкостью. Мой друг спрыгнул, а я что-то раз и застрял. И так получилось, что штырь, короче, прошел, вот это было зимой, на мне был пуховик тогда теплый, мама заботилась обо мне, чтобы я сюда выходил, чтобы я не простудился. И, короче, штырь прошел так, что он продел пуховик, и я повис вот так вот, как распятый какой-то мальчик. И в этот момент, я испугался, почему? Во-первых, я не мог вспомнить, во-вторых, пуховик начал мне сдавливать горло. Кадыка у меня тогда еще не было, а мой друг видит это все и начинает просто смеяться с меня. Я задыхаюсь, он смеется. Я хочу позвать на помощь, помоги, он смеется. Он в какой-то момент мужик проходил рядом, и он увидел это все, подбежал, расстегнул, и я упал просто. И в итоге, я чувствовал, что задыхаюсь, уже теряю сознание. И с тех самых пор, я осторожен таким вещам, с заборов я больше не прыгаю. Вся история.